Они хотят удостовериться, что это мы. Пусть сначала покажутся сами. Вахе, посвети им фарами. Это Джалал. Я иду. Арам, спасайся! Вы можете забирать их, я закончил. Алло. Говори, Вирджил. Информация нашего контакта оказалась верной. Это была та самая машина, которую я видел вчера вечером на набережной. На ней имеются следы пуль как внутри, так и снаружи. Судя по калибру, было использовано несколько видов оружия. В машине 5 трупов. Вы смогли их опознать? Нет. Их облили бензином и полностью сожгли. 3 человека были обезглавлены. Требуется время, чтобы получить результаты. Что нам теперь делать? Продолжайте ваше расследование по Дункерку. Посмотрим, что вы сможете там найти еще. И не раскрывайте никакой информации по этому делу. Афина и Кипр получили ваши фотографии. Жду от них ответа. Анасан Фоди. Он кое-что оставил для вас. 2-й этаж. Быстрее!
Поехали. Выходи. На колени, Кавиджан. На колени. Не делайте этого, я прошу вас. Расскажи, что произошло. Расскажи. Я ничего не знаю. Они все мертвы, и ты тоже будешь мертв, если не ответишь на мои вопросы. Хорошенько подумай. Мы еще увидимся. Какое счастье вас видеть снова. Надеюсь, что это взаимное удовольствие. Оставь нас, Насима. Что я могу для вас сделать? Где мы можем спокойно поговорить? Я вас слушаю. Говорите же. Здесь можно, ничего не бойтесь. Я вас слушаю. Вы хотите, чтобы я отвез вас в спокойное место, где мы смогли бы поговорить? Хорошо. Идите за мной. Почему вы вернулись? Почему? Меня назначили атташе по вопросам культуры посольства Турции во Франции. Я нахожусь здесь по делам моего правительства, ничего особенного. Я знаю, кто вы, Талаат. Вы по-прежнему офицер секретных служб и руководитель черных волков. Вы сохраняете связи с турецкой мафией. Вы занимаетесь грязным бизнесом похищения людей, убийства, перевозка наркотиков. Я вам давал совет никогда не возвращаться на нашу землю, даже с дипломатическим паспортом. Даже сейчас для меня вы остаетесь персоной нон-грата во Франции. Я знаю несколько атташе во французском посольстве в Турции, которые занимаются не более чистыми делами. У вас есть свои интересы, а у нас свои. Не теряйте вашего времени, читая мне мораль, господин Поль. Турецкая мафия, черные волки — все это мифы о Востоке. Я вам это повторяю. Я нахожусь здесь, в служебной командировке. Хорошо. Поговорим немного о делах вашей службы. Думаю, что одной из ваших обязанностей является культурная составляющая курдов во Франции. Да, одна из обязанностей. Очень хорошо, Талаат. Что ж, видимо, скоро у вас появится еще одна обязанность по части культуры. Армяне. До встречи, господин атташе по культуре. Поль.